Миллиард роз за 20 лет вырастили в тепличном хозяйстве под Киевом. Ежедневно тут срезают около 200 тысяч цветков. Выращивают исключительно голландские сорта. Их видел Константин Занин. В теплицах площадью 20 гектаров выращивают до 40 сортов роз. Пионовидные выведены недавно, а некоторые виды уже стали классикой. Николай показывает самые популярные цветы. Под его личным контролем находятся 5 теплиц. Два флагманских сорта представлены в моей теплице. Это «Аваланш» и «Гран-при». Мы выращиваем уже почти 20 лет. Это очень востребованные сорта на рынке Украины. Людям очень нравятся. По словам Николая, в последнее время стали популярными так называемые спрей-розы. На их стеблях растет не один бутон, а несколько. У них богатая цветовая гамма – от бледно-розовой до коралловой. Весь процесс от выращивания до упаковки цветов полностью автоматизирован, но все контролируют люди. В каждом букете по 20 роз, но есть и индивидуальные заказы на оформление. Флорист Карина говорит, строгих канонов при создании композиции не существует. Но во всем нужно знать меру, говорит флористка, дабы не попасть в неприятное положение. Был у нас один гигантский заказ на 456 роз, который не вошел в двери ресторана заказчика. И делали его в четыре руки. Это был огромный необъятный букет. В праздничные дни особый ажиотаж. Иногда один флорист оформляет около 1000 букетов. А некоторым мужчинам повод не нужен. Жене. Ну, как с рейса возвращаюсь, так и дарю. Кем работаете? Водителем, шофером. Дальнего следования. Константин Занин, Сергей Савчук. Киев. Твой дом.